Ачинский детский сад номер 2 получил около 1 000 000 рублей на благоустройство входной группы. Это дошкольное учреждение обеспечивает местами детей привокзального микрорайона. В том числе детсад посещают малыши, у которых есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Для таких детей есть группа кратковременного пребывания. Из нее при положительной динамике детей могут перевести в обычную группу полного дня. Но такие группы, так же как спортивные и музыкальные залы, расположены на втором этаже. Чтобы обеспечить туда доступ детей с проблемами опорно-двигательного характера, будут приобретены специальные пандусы и подъемник. На эти цели из краевой и федеральной казны выделено около 1 000 000 рублей. Монтаж оборудования начнется в ближайшие дни. Средства предусмотрены для создания безбарьерной среды, тех условий, которые будут обеспечивать доступность для детей маломобильных групп населения с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха. Мы будем устраивать входную группу, устраивать санитарно-гигиенические помещения в той группе, куда на сегодняшний день посещают дети совместно здоровые сверстники и дети с ограниченными возможностями здоровья.